вначале, честно сказать, я очень переживала, так как для меня это вообще первый раз такие серьезные соревнования. И еще когда узнаешь, то, что у тебя... То есть у меня вечно то один, то два боя максимум, а тут целых четыре. И соперницы прям подготовлены очень хорошо. Кудо – это мой любимый вид спорта, и я не могу без него жить. И поэтому я отобрался в наш округ и решил приехать на сборы, все-таки тренироваться и готовиться к первенству России. Второй раз его победил. В принципе, ничего тут удивительного. Техника, обыгрывал. Ну, делал все то, что мне говорил тренер. Первенство России сложилось довольно тяжело, потому что в первом бою мне достался сразу же чемпион мира в моей весовой категории. Бой был самый тяжелый и плотный. Затем дальше бои шли на снижение, два из них закончились болевыми на руку. В целом я доволен своим выступлением. Во-первых, я хочу поблагодарить Федерацию за это мероприятие. Очень понравилась организация, судьи все. На самом деле было не очень просто, но благодаря поддержке тренера, родителей и упорным тренировкам я сделал свою цель и выиграл первенство России. Дальневосточная сборная выступила очень хорошо, показав очень высокий уровень подготовки. В сборную вошли ребята из Уссурийска, Хабаровска, из Находки, из Чугуевки, из Владивостока, естественно. Вот. То есть, ну, такая очень обширная, да, у нас округ, и каждый. Я, конечно, могу отметить, да, ребят, которые стали первыми непосредственно. Им большой поклон, первые, вторые, да. Но на самом деле вообще каждый причастен к этому фееричному выступлению, к этому колоссальному такому рывку. Хочу сказать нашей сборной огромное спасибо. Пришлось попереживать за вас, но это того стоило. Вы большие молодцы, низкий поклон вам. Ос. Сегодня мы завоевали 3 золота, это очень приятно. Моя воспитанница Сандоркина Кристина, она 2001 года рождения, заняла первое место. А ее одна фамилия Сандоркина Кристина Владимировна на чемпионате мира заняла второе место в этом году, который был. Вот. Взяли реванш у Малеваны Яны. На отборе на мир мы проиграли ей, к сожалению, большому. Но сегодня на чемпионате, я думаю, что были на голову выше. Сложный бой был с москвичкой, воспитанницей Ириной Быковой. Наверное, был самый нервный и сложный бой. Соперница оказалась крепким орешком. Чемпионат, считай, прошел на высоком уровне. Очень сильная конкуренция, очень сильные бойцы. Все подросли. Бои стали намного жестче, чем раньше.